Тема моей проповеди сегодня называется «Самый популярный христианский грех, часть вторая». Если вы помните, мы с вами, может, месяц чуть больше проходили уже эту тему, и мы слушали первую часть. Но не расстраивайтесь сильно, если вас не было на первой части. Я попробую повторить немного из первой части, и потом мы пойдем дальше и будем говорить о том, что мы еще не говорили. Несколько слов для вас на размышление хотел бы задать. Как вы думаете, если вы не были первый раз, по вашему мнению, какой самый распространенный грех среди христиан или нарушение, или ошибка, которую мы делаем? Возможно, у вас будут другие мнения, я это допускаю, но мне так кажется, что одно из самых таких заразных эпидемий, которые Библия называет грехом, это осуждение, по-английски judgment. И именно на эту тему я хотел бы, чтобы мы сегодня вместе с вами порассуждали. Самый популярный христианский грех, который мы, люди верующие, зная хорошо Библию, зная хорошо теорию, как часто мы согрешаем, осуждая других людей. Давайте сначала посмотрим определение слова, что такое осуждение. Итак, оно у вас на экране. Осуждение – это строгое неодобрение, порицание, признание виновности, вынесение приговора, строгая критика или поношение. Все эти слова – синонимы, которые объясняют, что такое осуждать другого человека. Я хочу обратить ваше внимание на ключевое слово – это мы делаем вывод, мы делаем приговор, обвиняя человека, делая заключение. Дальше следующее определение, которое я хотел бы, чтобы мы с вами вспомнили, это что такое клевета. Оба эти, они очень близки. Осуждать другого и клеветать на другого, они очень близки по смыслу. И мы с вами увидим, почему. Что такое клевета? Это ложное или неточное сообщение, message, с целью опорочить, унизить кого-нибудь, чтобы представить негативную или ужасную сторону человека в его словах или делах. Клевета – это также распространение неточных, ложных фактов или слухов, злословия, сплетни и так дальше. Вы знаете, что все мы люди общаемся очень много. Мы созданы для общения. Если любого из вас спросить, сколько слов вы сказали уже сегодня, хотя сегодня только утро, первая половина дня, вы сказали уже так много слов в течение дня, что вы даже не способны сосчитать или вспомнить, сколько вы их сказали. Из-за того, что мы общаемся много, мы подвергаемся вот этому риску осуждению людей. Почему? Во-первых, потому что мы никогда не осуждаем людей в официальной обстановке. Например, пригласили вас в гости, или вы сидите в какой-то комнате за чаем, где-то общаясь в парке, в ресторане, и кто-то делает объявление. Внимание, встать, суд идет. Тишина. Называем имя человека, а теперь, пожалуйста, ваши обвинения. Обычно это проходит в легкой такой общительной форме, когда мы говорим о каком-то человеке, говорим о нем плохо, отрицательно, но проблема в том, что мы лично этому человеку никогда это в глаза не говорили. Вот в этом проблема. Самое главное, что мы этого человека осуждаем за его спиной. То есть мы лицемерим, мы не говорим этому человеку, а рассказываем другим о его недостатках. Итак, из-за того, что мы общаемся много, мы часто подвергаемся этой опасности. Почему я думаю, что это, возможно, самый популярный, распространенный грех? Потому что мы не говорим, что мы осуждаем, но мы часто рассуждаем. И там есть очень маленькая тонкая граница между рассуждать и осуждать. Мы с вами чуть дальше посмотрим, что такое греческое значение определения слова «осуждать». Когда мы будем с вами читать стих из Библии, мы увидим, что оно не соответствует с нашим словом или excuse, объяснение, оправдание, которое мы говорим, мы просто рассуждаем. Нет, как раз мы осуждаем, когда мы говорим о человеке плохо, без присутствия этого человека. И мы часто искушаем и попадаем в эту проблему
не замечая, иногда нечаянно, иногда просто мы под влиянием толпы, большинства, мы просто слушатели, и иногда мы осуждаем даже просто своим молчанием. Тоже участвуя иногда автоматически в этом процессе. Иногда мы это можем делать даже в мыслях. Почему нельзя осуждать? Первая мысль из Библии, читаю Матфея 7 глава с 1 стиха. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким и будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». Давайте прочитаем с другого перевода, следующий слайд. «Не судите, чтобы и вас не судили. Так же, как вы судите других, так будут судить и вас. Какую мерою меряете вы, такую будет отмерено и вам». Итак, первая причина – Библия запрещает. Библия и Бог говорит: не судите других людей. Этой причины уже достаточно, чтобы так не поступать. Дальше, Библия говорит, что если мы так делаем, то мы должны согласиться с тем, что нас тоже будут судить. Когда судят нас, не уточняя, правда это или неправда, когда о нас говорят плохо, и мы с болью понимаем, что это неправда или неточная правда, нам очень тяжело и больно. Но вы заметьте, что большинство людей не уточняет, это правда или неправда. Стоит двум человекам или одному сказать о ком-то плохо, и уже пошел слух, уже пошла клевета, распространение неправдивой информации. Библия запрещает нам так делать. И Библия предупреждает, что если мы так будем поступать, признайте, что и с вами, и о вас будут говорить тоже неточности, неприятные неточности. Ну и дальше третья причина в этом же стихе говорится о том, что как строго мы относимся к ошибкам других людей, точно так же строго будут относиться и к нашим ошибкам другие люди. Матфея 7 глава 3 стих, там написано: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не замечаешь?» Здесь идет речь о том, что иногда, когда мы замечаем недостаток в другом человеке, сучок – это по-другому маленькая палка, деревянная. Бревно – это большая деревянная палка. Здесь Библия говорит нам о том, что иногда мы, люди, не осознаем или не думаем, что когда мы видим в ком-то недостаток, проблему, грех, ошибку, очень-очень-очень возможно, что недостаток только в два раза больше может быть в нас, но нам со стороны, нам самому его не видно. Или по-другому, палка и бревно, маленькая палка и большое дерево, это одна и та же природа. They have the same nature. То есть, если мы видим в ком-то грех, здесь Библия говорит, что в нас тоже может присутствовать грех. Иногда он может быть даже больше. Но часто мы больше и чаще анализируем других людей и замечаем ошибки, недостатки именно в других. Причины, почему люди осуждают. Несколько из них. Первое – это, во-первых, разная культура или разное воспитание. Стоит, например, нам поехать в другую страну и попасть в другую церковь, где там поют и Бога славят по-другому, и мы уже, будучи христиане, нечаянно, по-доброму можем их осудить в том, что как они могут так скакать, как они могут так прыгать, как они могут так Бога прославлять. Мы же так не поступаем. Но мы часто не задумываемся о том, что они по-другому даже не знали, что можно. Они даже могут удивляться, как мы можем по-другому. И всего лишь потому, что они по-другому воспитаны. Другая культура. Но мы, не учитывая этот факт, мы можем уже нечаянно сразу же их осудить. Просто другое воспитание, другой стиль, другая культура, другой бэкграунд и так дальше. Иоанна 7 глава написано: «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Или еще один слайд: судите не по виду, а по справедливости. То есть нам иногда нужно учиться вмещать людей, разных людей,
даже не похожих на нас людей. И вы знаете, что вторая большая причина, почему люди осуждают, это питание. Осуждение – это питание или это пища. Написано в притчам, 18 глава, 9 стих. Слова наушника, как лакомство, они входят во внутренность чрева. Слова наушника. Что такое наушник? It's not headphones. Наушник – это человек, который рассказывает о другом плохо, клевещет, клеветник. Рассказывает плохую информацию о других людях. И смотрите, что здесь в Библии написано, что есть люди, которые это делают, и это Библия называет лакомство. Посмотрите, как написано в английском переводе. Там написано «it's delicious». Здесь говорится о десерте, что это сладко, это вкусно, это приятно, это просто bakery, от которой просто невозможно отказаться. Посмотрите следующий слайд, английский перевод, там говорит о том, что люди глотают вот эти слова негативные о других людях с жадностью. Видите, кто читает английский язык, там написано «с жадностью». И дальше написано, что вот эти слова, они приносят раны. Тоже об этом говорит английская Библия. Итак, здесь говорится, что осуждение других людей – это питание. Здесь скроется большая причина, почему некоторые люди не могут без этого жить. Вот почему некоторые люди нечаянно грешат, возможно, этим грехом, потому что человек по-любому должен питаться. Без этого он умрет, и физически умрет, и духовно умрет. Поэтому человек питается чем-то обязательно, вопрос чем? И здесь Библия говорит, что когда мы участвуем в осуждении или принимаем осуждение, то это все равно, что мы кушаем десерт. И вы знаете, помните, недавно в церкви нашей была проповедь насчет чизкейк? Сладости, мы все их любим. Иногда, хоть даже и на диете, смотришь на этот тортик, на кусочек, плачешь, хочешь его скушать, а понимаешь, что нельзя. Но внутри ты его давно съел, тот кусочек, но ты на диете. И получается, что иногда мы так страдаем вот этим грехом, который называется осуждение, которое приносит людям много ран. Вы замечаете, что часто любая история, которая сказана вам, если это новость, горячая новость, трагедия, шок, то следующий человек, который расскажет эту историю, она будет намного красочней. Она будет намного интересней. Она будет преувеличена. Представьте, если расскажет третий человек. Там уже будут такие факты, что если вы не передадите эту историю кому-то четвертому, он просто умрет без этой новости. И мы преувеличиваем. Вот почему Библия называет это десерт. Это вот пища. Кинули кусочек, и ты попал, начал жевать, начал проглатывать, начал брать. И принимать вовнутрь. А дальше Библия говорит, это wounds, это раны, это шрамы. Дальше, почему люди еще осуждают? Потому что это более легкий путь. Мы руководствуемся слухами, потому что руководствоваться слухами намного-намного легче. Когда мы слышим о ком-то плохую информацию, отрицательную, намного легче просто согласиться с этим, намного легче принять эту информацию, намного легче просто промолчать, внутри удивиться и сказать: «Я в шоке! Как он мог так поступать?» Или: «А я думала, она еще и в церковь ходит!» Намного легче согласиться с этим. А теперь смотрите, другой вариант действий. Намного труднее набраться смелости, мудрости, Божьего водительства и пойти к тому человеку, встретиться с ним и сказать: «Я вот такое слышал, правда ли это? Не хочу жить слухами. Я понимаю, это неправда. Я хочу у тебя лично спросить, правда ли это? Если это правда, давай будем вместе побеждать. Даже если ты не прав, но мы будем вместе за это бороться. Но я хочу не жить, я отказываюсь от сплетен». Итак, это намного труднее. И представьте, я думаю, вы согласитесь с тем, что намного меньше людей именно так поступает.
В основном мы слушаем. В основном мы кушаем. В основном мы жуем и глотаем. И намного редко мы идем и мы узнаем правду. Если бы о ком-то из нас так говорили, мы бы просто возмущались бы. Как ты мог такое поверить? Ну что ты не мог позвонить? Ну неужели не мог спросить? Ну неужели ты принял на меня эту клевету? Ведь ты что, не знаешь примеров из Библии? Вспомни Иосифа, на него клеветали. Ведь это была неправда. Вспомни другого человека, на него тоже клеветали. Почему забываем всю эту теорию? Почему забываем все эти примеры из Библии? Почему забываем, что Библия не разрешает осуждать? Почему мы соглашаемся с этим? Сколько раз мы слышали проповедь на тему «Не осуждай», «Do not judge people», «But we still do it». Мы все равно продолжаем так жить, потому что это пища. It's a dessert. Это пища, которую мы принимаем. Вот почему я говорю, что это распространенный грех среди христиан. Мы просто своим молчанием, на любом общении, на любом чаепитии, мы можем быть свидетелем и поддакивать тому, что говорят на другого человека. Хоть это нас вообще не касается, мы можем втягиваться в эти неприятные разговоры. Смотрите, что говорит Библия, Бытие, 18 глава, 20 стих. Там описана история Содома и Гоморры. И вот доходит слух до Бога, и написано: «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел. Весьма сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Смотрите, кто умеет читать по-английски, написано в английской Библии: «I'm going down to see if their actions are as wicked as I have heard». Бог говорит: «Я пойду и узнаю, правда ли это то, что я слышу». Меня эта мысль, этот стих очень сильно удивляет. Даже сам Бог не верит слухам. Сам Бог решает, что я пойду и узнаю точно, так ли это или нет. Я думаю, достаточно хороший пример, правда? Помните, что было потом? Что было потом? Потом был суд. Потом был огонь, молния, были уничтожены люди. Вы знаете, что случилось с этими городами Содом и Гоморра? Но перед этим важная деталь. Бог не соглашается на слухи, на сплетни. Я точно узнаю. Сколько раз мы действуем наоборот и переставляем эти действия. Сначала гром, молния, огонь, слова, как он мог, как она могла. Если бы здесь стояла, не знаю, что бы с ней сделал, но слава Богу, она рядом не оказалась. У нас сразу гнев, разочарование, а потом, может быть, чуть позже случайно узнаю и отменю приговор, но уже все сгорело. Уже только пепел остался. Бог предлагает действовать по-другому. Слухи, сплетни, осуждения я отказываюсь. Я не принимаю. Я не хочу даже, чтобы со мной так поступали. А Библия говорит, что если мы так будем действовать, значит, нам надо обязательно ожидать того же. Интерпретация информации, как мы уже с вами говорили в прошлый раз, обыкновенный текст-месседж, две буквы, окей, хочешь мне помочь? Пришел ответ, окей. Как вы его для себя переведете? Как вы интерпретируете? Хочешь мне помочь? Окей. Или хочешь мне помочь? Окей. И то окей, и то окей. Две буквы и там, и там. Но как мы для себя эту информацию перевели и приняли, это уже может быть разные результаты. Приведу вам пример блудного сына. Представьте себе, помните эту историю из Библии, все мы знаем. Возвращается блудный сын домой. Он встречается с отцом. Он кается. Что делает старший сын? Старший сын при этом негодует, жестоко его осуждает, возмущается. Но вы знаете, в чем была проблема?
Проблема была в том, что старший сын никогда, возможно, не слышал слов покаяния младшего сына. Младший сын не прав 100%, согрешил 100%. Но любой человек со стороны, который видит любого здесь в церкви, который грешит, который не прав, но потом этот человек месяц, два, полгода, год мучится, страдает, кается, каялся перед служителем, перед Богом, перед тем, кем он виновен. Но мы до сих пор его сжигаем огнем. Мы никогда не слышали его слов покаяния. Нам они не интересны, и мы не хотим их слышать. Возможно, так бывает в жизни среди людей сегодня. Кто-то упал, кто-то ошибся, но он каялся. Помните, не обязательно перед нами, но, возможно, он каялся. Нам уже пора его простить. Нам пора уже не осуждать, чтобы не попасть точно в такую же проблему. Еще одна причина, почему мы осуждаем людей, потому что мы их просто не любим. Я не знаю, насколько это реально для каждого из нас признать, и для меня в том числе. Признать, что мы часто не любим людей. Пример очень понятный для всех, у кого есть дети. Если ваш сын, ваша дочь, они бывают непослушными, бывают коварными, лукавят, обманывают, поступают очень плохо, вас иногда это раздражает, вы иногда очень плачете по этому поводу, но вы никогда не рассказываете другим людям. У вашего сына плохие оценки в школе, вы скрываете. У вашего сына плохое поведение, вы скрываете. Ваша дочь страдает плохой, неприятной болезнью, вы скрываете. Почему? Любовь. Love. Because you love. Потому что любишь, скрываешь, покрываешь, прощаешь. Тысячу раз уже прощал, с сыном беседовал, говорил и снова покрываешь. Потому что это твои дети. А теперь представьте себе аналогичная ситуация в церкви. Любой человек, который неправильно поступает, зачем ты рассказываешь? Я люблю Бога. Нет. Библия говорит, что если ты не можешь любить ближнего, того, которого видишь, как можешь говорить, что Бога любишь? Не обманывай сам себя. Я Бога люблю. Нет, дорогой. Признайся, что это неправда. Людей мы не любим или, может быть, недолюбливаем. Если бы любили, не рассказывали бы о них плохо. Не говорили бы о них. Не возмущались бы при всех. Не поднимали бы шум, кипиш. Шли бы к этому человеку, к нему лично, на помощь, на беседу. Обличая, рассказывая ему лично. Но не заражая других каким-то ядом, какой-то полуправдой. Даже если человек не прав, все равно не имеете права. Итак, идем дальше. Еще одна причина, почему мы осуждаем людей, это потому что мы руководствуемся большинством. Как я уже говорил, в любой компании, в любом застолье, если большинство говорит, что это так, значит, нам нужно быть очень-очень смелым. Зачем нам тратить энергию и нервы свои, вставать и говорить, пожалуйста, замолчите. Я с этим не согласен. Нас похлопают по плечу, нам принесут снова чай, десертик, садись, друг, расслабься, какие проблемы? Оно тебе надо. Просто общаемся. Но большинство, которое кричало, распни, вы помните, когда это было, когда Иисуса Христа судили? Я уверен, я думаю, что там были некоторые голоса, которые кричали, помилуй, помилуй, пожалуйста, помилуйте. Но большинство кричало, распни, распни, убить, повесить, уничтожить. Большинство распяло Иисуса Христа тогда. Сегодня большинство распинает многих людей. Просто распинает разговорами и словами. Гвозди, раны, шрамы, кровь. Какая-то мама, папа, родственник, друг. Он плачет вместе с ним.
но ничего не может сделать. Большинство сказало так. Ну а мы, как мы реагируем на это? Мы плывем иногда с большинством. Мы иногда хотим сказать, что мы невиновны, но мы часто виновны. Вы знаете, что хотел бы еще сказать несколько мыслей на тему, почему иногда нас осуждают. Одна из причин, мне кажется, которая может кардинально все-все поменять в человеке, это когда человек начинает страдать той же болезнью и той же проблемой, которой страдал тот человек, о котором, которого он судил. Простой пример, да, вот сын наркоман. Как мы будем осуждать эту маму или отца, которые так его воспитали? Которые мало уделяли внимания, которые так это ему плохо сделали. Да я бы его поставил бы на место в два счета. Но проходит лет 5-10, и твой сын вырастает наркоман, и ты стаешь лучшим другом с этой мамой или папой, которого ты осуждал. Ты его настолько понимаешь. Настолько ты с ним вместе, так близко стал. Почему? Прошел ту же самую печь. Прошел ту же самую боль. Те же самые раны. Если у кого-то семья разрушена, дочь, сын в разводе, или еще что-то подобное, как мы осуждаем? Да, неправильно, но как только случится это в твоей жизни, ты станешь лучшим другом этим людям. Сам прошел и сам попробовал. Вот почему, еще одна из причин, почему люди осуждают, мне кажется, это потому, чтобы мы на себе смогли ощутить ту же боль. Извиняюсь, почему нас осуждают иногда? Чтобы мы могли на себе ощутить, через что проходят те люди, которых большинство осуждает. Через какую боль проходят они. Вот именно это заставляет нас задуматься. И пока мы это не пережили, мое пожелание всем нам, пожалуйста, не спешите осуждать. Кто в проблеме, кто в какой-то ошибке, кто в беде. Хоть они даже неправильно поступают, но им уже нелегко от этого. Уже им нелегко от этого. Не делайте их ситуацию хуже. Им и так тяжело. Давайте мы просто не будем их добивать, так как Библия говорит, что наши слова, они могут наносить шрамы и раны в нашу жизнь. 1 Коринфянам 4 глава 5 стих написано: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь». Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Мы, люди, часто не знаем мотивов, мы не знаем намерений. Мы судим по наружности, по поверхности, но Бог, Он знает внутренние намерения. Иногда человек делает ошибку, но он внутри не хотел. Но он никогда в жизни уже не сможет доказать, что он этого не хотел делать. Но он действительно не хотел. Но уже ему клеймо, наклейку давно поставили. Репутацию уже у него стерли до фундамента. Хотя у него, возможно, мотивы, намерения были хорошие. Две быстрые причины, почему Иисуса Христа распяли. Помните, опять же, слухи. Написано в Евангелии, что знатные люди побуждали других людей, подговаривали, возбуждали народ, чтобы те кричали, чтобы Иисуса распяли. Точно так же сегодня есть люди, которые просто рассказывают плохо, наговаривают плохо, делятся с другими людьми, с влиятельными другими людьми. Они знают, что если этот человек будет узнать, то скоро уже будет знать вся церковь. Есть же такие рычаги, есть же такие люди, которые иногда очень быстро распространяют информацию.
Вот почему вот эта система, методика, которая работала во времена Иисуса Христа, она сегодня также работает. Та же методика, она не изменилась. И вторая причина, написано в, Иисус, в Евангелии, что предали его из-за зависти. Зависть – это тоже очень ужасное атомное оружие. Человек, который завидует, он будет вам улыбаться, он будет вас обнимать, приветствоваться, будет вам говорить, I'm so happy to see you. Но внутри он съедается, он гниет от зависти. Если бы ему дать власть, он бы давно вас уничтожил или хотя бы оставил без одной руки. Но он не может, к сожалению, он тихонько завидует. Но вот эти причины, написано в Библии, что успех производит в людях зависть, они побуждают, толкают нас на осуждение. Мне нравится пример из Старого Завета одного служителя, Неемии, 6 глава. Неемия, который строил стену. Вам эта история известна, я не буду читать в деталях, но там написано на экранах только начало этого стиха. «Слух носится у народов». Слух носится по коридорам. Слух носится в бэйби-рум. Слух носится за чаем. Слух носится в Старбаксах. Вот такой есть слух. Слух носится через текст-месседжи, по айфонам. И вот мы принимаем эту информацию. Соглашаемся. Мы не проверяем. Мы не идем другим путем. Но вы знаете, что одна из целей этого слуха, этих сплетен, осуждений – остановить хорошее, доброе дело Божие или служение. Но здесь написано, что и Неемия, он сказал, «Ну я тем более укрепил мои руки. Ну я тем более укрепил себя. Еще больше, наоборот, как назло. Приходит плохая информация, а я вспоминаю Неемию. Нет, я это не принимаю». Мы будем действовать дальше. С Божьей помощью мы пройдем. Иногда мне кажется, что мы становимся часто жертвой сплетен, осуждений, как я уже говорил, очень искренне, просто нечаянно. Мы действительно не хотели, мы говорили совсем не об этом. Как-то разговор просто перешел, так запутался, как-то так слово за словом. И мы попали, и мы не отреагировали. Потом мы ушли и поняли, что да, было неправильно. Наш иммунитет еще не реагирует. К нам приходит вирус, а у нас нету антивируса. Вирус приходит и остается. Иммунитет, нету рефлекса, чтобы не принимать. Хочу поговорить немножко о последствиях осуждений. Последствия осуждений, которые описываются в Библии. Одно из них – это Божье наказание. Я буду читать Римлянам 2 глава с 1 стиха. Там написано так. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что, судя другого, делаешь то же. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же?» Прочитаю перевод слова жизни, следующий слайд. «Поэтому нет тебе извинения, человек, судящий другого, кто бы ты ни был, осуждая других, ты тем самым осуждаешь и себя, потому что ты, судящий, сам делаешь то же». Итак, здесь большой вызов Библия бросает нам, подчеркивая ту мысль, что нету извинения, нету прощения человеку, который осуждает. Библия говорит, неизвинителен ты. You have no excuse. Человек, который осуждает. Заметьте, что здесь в Библии мы читали с вами еще одну мысль. Ибо осуждая, ты делаешь то же. Вопрос, что это имеется в виду? Что делаешь то же? Осуждая, ты делаешь то же самое. Что?
Я вам приведу исторический контекст, historical background. Иудеи в то время считали, что они народ особый, что они на особом счету у Бога. Они надеялись, что Бог им все простит и покроет, и они очень сильно жестоко обвиняли эллинов и язычников, что именно они грешат и ошибаются. Эллины и язычники грешат и ошибаются, мы, иудеи, нет. Но в этой же главе, 2 глава Римлянам, в 9 стихе апостол Павел дает объяснение, что имеется в виду тоже. Там написано так: «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, греховное, во-первых, иудею, потом и эллинам». Вот именно то, что иудеи пытались сказать, что нет, это к нам не относится, мы не грешим, мы хорошие, мы святые. Библия и Бог говорит: неизвинителен ты, человек, ты тоже грешишь, ты тоже ошибаешься, ты тоже достоин наказания. И Библия говорит, ты делаешь то же, имеется в виду не обязательно тот же самый грех, один в один тот же, может быть другой, подобный, но это тоже грех. Здесь делается акцент на то, что мы люди согрешаем. И в таком случае это относится ко всем, и к иудеям, и к язычникам. Библия говорит, что мы не имеем права осуждать других людей. Пойди обличи наедине. Почему мы так не делаем? Почему мы не идем к человеку наедине, чтобы сказать, в чем он не прав? Чаще всего, послушайте, пожалуйста, мы не идем к человеку один на один, потому что у нас нету для него утешительных слов. Просто нету. Что нам ему сказать? Что я вот это и вот это слышал, вот это ты так сделал, ты здесь неправильно сделал, поздравляю. И все. Нету для него утешительных слов. Нету плана восстановления, помощи. Это более легкий путь, как я говорил, причины. Мы избираем более легкий путь. Поэтому мы оставляем этого человека просто в покое. Мы оставляем свой коммент на Facebook. Когда мы получаем негативную информацию, плохую, мы не знаем, правда или неправда, но мы ставим «Вау», «W-O-W». И мы уже поставили свой отпечаток, что я согласен, я поддерживаю. Хотя мы не знаем, в чем мы до конца участвуем. Вы знаете, что это не говорит о том, что в церкви никто не имеет права осуждать. Это не говорит о том, что в государстве никто не имеет права осуждать. Это не говорит о том, что в семье никто не имеет права осуждать. Я объясню, почему. В семье у родителей есть власть, у родителей есть ответственность своих детей за неправильные поступки осудить, даже наказать. В государстве, которое несет ответственность за мир и безопасность, у них есть право осудить человека за криминальный поступок, наказать человека, потому что они имеют власть и ответственность. И точно так же в церкви. В любой церкви есть дисциплинарная система, структура, методика церковных взысканий или наказаний. И опять же, потому что есть служители, которые имеют власть, которые имеют ответственность перед людьми и перед Богом защищать других членов церкви или стада, и также и перед Богом действовать справедливо и правильно. Это всего лишь маленький нюанс, что осуждать
имеют право те люди, которые имеют ответственность за этих людей, несут ответственность, должны им, обязаны помочь, должны их вытянуть и сказать им, что здесь остановись, и имеют на то власть. В большинстве случаев это люди, которые не имеют ответственности, ни власти, ни плана спасать или помогать данному человеку. Смотрите еще один маленький, кажется, парадокс. 1 Коринфянам 2 глава, 15 стих. Написано: «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Мы только что с вами полчаса разговаривали о том, что судить нельзя. И здесь я прочитал стих, что духовный судит обо всем. Получается, вроде бы что-то, какая-то нестыковка. Как? Тут не судите, а тут написано «судите». Вы знаете, что всем нам известно, что Библия не была написана на русском языке. Если вы посмотрите, даже для своего интереса, оригинальный греческий текст стихов на тему осуждения, то вы сделаете для себя большое открытие. Знаете, вот в чем оно заключается. Что слово «судить» в русском языке имеет одно и то же значение. Судить, судить. В английской Библии версия New King James употребляет одно и то же слово «судить» – «judge». «Do not judge». Греческое оригинальное слово, на котором написано «писание», там имеет слово «судить» два разных значения. Первое слово, значение слова «судить» в оригинале означает «решать, осуждать, делать вывод, заключение и обвинять». Второе значение греческого слова «судить» — смотрите, какая разница. Исследовать, расследовать, расспрашивать. Давайте еще раз. Первое значение слова «судить» – это решать, сделать вывод, заключение и обвинить. Это Библия называет «не судите». Второе значение слова написано «духовный». Только духовный, оказывается, может судить по-другому. Как по-другому? Значение слова «исследует», «расследует», «узнает», «расспрашивает». А правда ли это? Я не верю слухам, я не принимаю сплетни, я иду к этому человеку и спрашиваю у него. Это правда? Мне тебя жалко. Если это правда, это ужасно. Пожалуйста, остановись. Он не рассказывает другим, друзьям, за столом, по телефону, по Фейсбуку. Он идет к человеку и говорит: «Я слышал вот эту неприятную новость, она меня возмутила. Пожалуйста, скажи, это правда? Пойди к человеку лично, обличи, поговори с ним». И как видите, написано в Библии, что именно духовный человек, по-другому зрелый человек, христианин на должном уровне, он способен сделать эту разницу, что он не будет принимать все подряд. Он не будет просто судить. Он пойдет и узнает. Но помните, мы с вами говорили, что мы поступаем больше, что нам легче, более легкий путь. Это просто принять информацию. В английской Библии здесь, если следующий слайд показать, NLT version, там написано, что духовный, он evaluate, он делает переоценку, он оценивает, он анализирует, а не просто судит, принимая любую информацию. Еще одно последствие осуждения – это порождение болезней. 2 Тимофея, 2 глава, там написано так: «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет
распространяться. Следующий слайд, другой перевод, там написано, что слово их будет, последнее слово, как гангрена. В английской Библии написано like cancer. То есть вот эти сплетни, слухи, слова – это болезни. Оно порождает духовные болезни. Оно порождает раздор, конфликт, обиду, подозрение. Вы можете даже об этом не знать, но это раковая опухоль, она где-то уже есть. У кого она на аккаунте на Фейсбуке, нам еще пока неизвестно, но она до вас дойдет. Она распространяется как болезнь, но она влияет на все тело. Итак, мы можем нечаянно оказаться клеветником и распространять инфекцию. Псалом 100, 5 стих. «Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, говорит Господь. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю». Английская Библия говорит, Бог сказал, «I will destroy», «я просто уничтожу», «разрушу». «Я не потерплю человека, который так поступает». Еще одно из последствий осуждения – это раны, израненные люди. Мы возвращаемся чуть назад. Псалом 54, 22. «Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи». Перевод еще один. «Речь его масляная, слова успокоительные, но словно меч они опасны». Здесь ярко показывается картина лицемерия человека. Человек говорит, все хорошо, спрашиваешь, how you doing? Он так счастлив просто в жизни. Он такой довольный и радостный, но в сердце у него уже ножики, вилочки, мечи, бомбы. Он только словами соглашается. Но внутри у него совсем другое. И что же эти мечи и ножики делают? Они ранят людей. Они ранят людей. Иногда мы можем шрамами человека так облепить, потом мы сами раскаемся в том. Знаете, в чем проблема? Шрамы останутся. Мы скажем, что он не прав. Мы скажем в группе людей, и потом узнаем, что это была неправда. Подойдем к этому человеку, извинимся. Но у него шрамы останутся. Рана, да, как-то зарастет, но шрам будет. Вот почему это опасно. Вот почему это действительно по-настоящему ранит людей. Вы знаете, что Пилат, он мыл свои руки от крови и говорил, что я не виновен в крови этого человека. Но мы все знаем, что он виновен в крови невинного человека. Представьте себе, что иногда мы христиане, да, нам не показывают операционный стол, нам не показывают кровь, картинки эти кровавые. Мы просто словами не осознаем, как мы жестоко поступаем, осуждая других людей. Это раны. И потом мы говорим, как Пилат, я не виновен в крови этих людей. Но ты за столом сидел, сидел, чай пил, пил, булочки глотал, глотал. Значит, виновен. Хотел сказать, не виновен. Но хорошо, что промолчал. Своим молчанием там сидел, поддакивал, сидел там, да. Иоанна 7 глава, 24 стих. «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Или судите по справедливости. Как это? Праведно или по справедливости? Я называю это односторонний суд. Односторонний суд, когда человек обвиняет какого-то другого человека в чем-то, и при этом не давая никакого шанса этому человеку сказать что-либо в свое оправдание. Или по-другому. Когда мы говорим, что вот этот поступил неправильно, как он мог так это сделать? Но мы первым пошли и рассказали это брату, другу, соседу.
а только спустя время, может быть, мы расскажем это лично Ему. Еще это можно назвать суд без адвоката. Когда мы в толпе друзей просто так посмеялись и кого-то осудили за неправильные, возможно, поступки, и, возможно, он достоин наказания, только мы не имели права. Лично мы не имели права осуждать его. Во-вторых, мы не имели права, потому что мы ему лично не говорили. Но самое, это то, что этот человек никогда не сказал свое слово. Мы никогда не слышали. Сейчас попробуйте вспомнить себе, сколько информации мы приняли на разных людей. Плохой, отрицательной. Вот попробуйте посчитать этих людей в своем разуме. И теперь ответьте себе на вопрос, сколько из них мы к ним лично пошли и сказали: брат, это правда? Сестра, это правда? Это правда, что тебе так говорят? У нас нету для них утешительных слов. Мы не идем. Меня, если честно, обижает тот исторический факт, что даже нечестивый судья, римский военачальник Пилат, судил Иисуса Христа. Все кричали его, обвиняли, как обычно мы люди осуждаем или клевещем. Вы же все знаете, что то, что говорили о Иисусе Христе, это была неправда. Это была клевета, но она сработала. Почему? Большинство сказало. Остальные помолчали. И тогда этот Пилат встал и для примера для всех нас сказал: Иисус Христос, почему ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь в свое оправдание. Пилат, Пилат, почему ты даешь слово обвиняемым? Почему мы, верующие, давно верующие, мы не даем слова жертве нашей? Мы ее судим без адвоката. В Америке самых бедных, самых нищих, самых отброшенных людей государство им и то дает адвоката. Но христиане мы поступаем более жестоко. Услышали негативную информацию, промолчали, согласились или поддакнули, или другим рассказали. Но у жертвы самой не спросили. Односторонний, несправедливый суд, который Библия называет грехом. Правда, как было бы больно, если бы так поступили с нашим сыном или нашей дочерью? Как было бы обидно, если бы так с нами поступили? Почему мы так поступаем? Иногда кажется, что мы иногда хуже трибунала. Мы просто принимаем. Правильная реакция на осуждение. Матфея, 1 глава, 19 стих. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Кого? Марию. В чем была проблема? Она стала беременна. В чем проблема, если бы это было сегодня? Я уверен, любой бы мужчина, если бы его девчонка, будущая его невеста, забеременела, 100% бы выгнал, отказался, другим рассказал. Я думаю, включая меня, я бы так поступил. Представьте себе вашу будущую девчонку или жену, которая забеременела до свадьбы, и это не от вас. Любой бы осудил 100%. Вы знаете, в чем проблема? В чем было качество Иосифа? Оно подчеркнуто на экране. Написано, он был муж праведный. Другой уровень христианства. Да, она согрешила, возможно. Она не права, возможно. Она беременна, значит, на 100% согрешила ужасным грехом. Но не моя власть и ответственность ее судить. Я христианин, я простой христианин, как ты. Я праведный, я ее отпускаю. Мария, иди.
Я не буду никому рассказывать. Хоть, возможно, ты не права, но I am a righteous man. Правда, кажется, мы, христиане, столько лет так действуем и поступаем. И кажется, вау, как нам еще иногда, мне, далеко к праведности, к этому блаженному, благословенному человеку, который так реагирует на осуждение. Вторая правильная реакция. Будь смел, как лев. Притчи 28 глава. Нечестивый бежит, когда за ним гонится. А праведник, он смел, как лев. В чем эта смелость? Смелость в том, когда он встает и говорит: пожалуйста, хватит. Давайте прекратим эти разговоры. Давайте не будем так поступать. Давайте не будем говорить о нем. Давайте пойдем лично к нему. Смелость в том, что он смел, как лев. И когда вы к нему позвонили, он положил трубку, повесил, бросил трубку. И вы в ужасе. Такое в жизни с вами никто не делал. Ни в Америке, ни в Белоруссии. А тут вдруг нашелся какой-то лев. Смел, как лев. Положил трубку. И потом ты потом понял, почему. Что он сказал: я не принимаю сплетни. Я не принимаю поношения. Я не хочу в этом участвовать. Мне было приятно, как однажды моя жена мне сказала, что мы там разговаривали о чем-то с девчонками. Я им сказала: я извиняюсь, я не хочу в этом участвовать. Дай Бог, чтобы так было и в будущем. Мне было это приятно от нее услышать. Правда, как было бы хорошо, чтобы вот таких вот смелых людей было бы побольше. Псалом 14 написано: Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Тот, кто не клевещет языком своим и не принимает поношения на ближнего своего. Не просто не осуждает, не просто не говорит, просто даже не принимает. В нем стоит антивирус, he is immune. Его иммунная христианская система просто не принимает. Rejects it automatically. Не принимает. Только услышал что-то хорошее. Слава Богу, принял. Услышал что-то плохое о ком-то. Сразу красная лампочка. Blinking. Моргает красная лампочка внутри. Вспоминаешь праведника Иосифа. Вспоминаешь, Бог говорит: не суди. Вспоминаешь, Бог говорит: ты не извинителен человек. You have no excuse. Ты делаешь то же. Даже не принимает. Самый легкий метод, как начать разговор. А ты слышала? А ты слышал? Другая сторона. Самый легкий метод, как остановить разговор. А ты у него лично спрашивал? Все. Все, разговор окончен. Правда? Крутой метод, как можно любой разговор зарубить прямо в корне, сразу. А ты слышала? А твой ответ сразу: а ты у нее лично спрашивала? А ты с ней лично разговаривала? Все, no words. Пауза. Второй вариант. А ты у него, беседуя с ним, ты когда к нему пойдешь разговаривать, ты имеешь план, как ему помочь. Ты имеешь план выхода из этой ситуации. У тебя есть желание. Ты молился об этом человеке, чтобы его вытянуть из греха, из беды, из ошибки. Проблема в том, что в большинстве из нас нету никакого плана что-то менять или помогать. Просто осуждать, просто рассуждать, просто участвовать в христианских разговорах и беседах, но без плана спасать, без плана действовать. Вот почему мы не идем к этим людям один на один. С чем нам идти к ним? С чем? С пустыми руками, с молитвами, которых не было за них.
Вы же знаете, что любого человека, который в проблеме, семейной проблеме, церковной проблеме, личной проблеме, он уже и так страдает. Почему мы его добиваем? Почему мы его добиваем? Ему и без вас больно. Бывает ли такое, что мы услышали негативную информацию, и мы вечером пришли и тихонько и уверенно начали за этого человека молиться? Услышали плохую информацию за эту семью, пришли вечером, встали на колени, и после того месседжа каждый вечер вы молитесь за эту семью, за восстановление. Услышали какую-то информацию и пошли к этому человеку. Сели и сказали: я слышал, не знаю ли это правда, но пришел лично узнать. Перед тем, как пришел, боялся. Долго готовился, не знал, что сказать. Молился о тебе. И пришел, чтобы с Божьей помощью помочь. Если бы мы так поступали, сколько было бы меньше раненых и израненных людей? Если бы мы так действовали, мне кажется, уровень нашей любви среди людей бы возрос в несколько раз. Потому что мы же все призваны любить людей. Это заповеди, которые главное, Бог сказал: люби ближнего и люби себя. А мы людей не любим, потому что мы о них плохое рассказываем, а о своих детях никогда. Притчи 6 глава. Вот 6, что ненавидит Господь. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Библия и Бог не просто не советует. Библия и Бог говорит: я ненавижу, когда люди так поступают. I hate it. God says, I hate it with passion. Когда мы говорим плохо. Екклезиастам 8 глава, 11 стих. Дайте место суду Божьему. Дайте право Богу разобраться в этой ситуации. Не занимайтесь ни вашим делом. Написано: не скоро свершается суд над худыми делами. И от этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Другой перевод: не всегда люди получают быстрое наказание за свои дурные дела. И от этого вызывает, и это вызывает также у других желание делать плохое. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы мы сами себе сказали правду в этой молитве. Матфея 18 глава написано: если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его лично. Пойди помоги ему ты сам, как душепопечитель. Давайте мы вспомним в этой молитве, кого мы осуждали, кого мы клеветали, кого мы даже не уверены, клеветали или нет, потому что мы никогда не уточнили, это правда или это полуправда. Но, возможно, мы знаем, что такие люди были, которых мы осуждали. Давайте в этой молитве мы попросим у Бога прощения.